Здравствуйте, друзья. Мы едем с утра в субботу в одно хорошее местечко. Это такое, как сказать, такое место, где делают колбаски, сосисочки, такое мясное. Место это мексиканское и находится немножко в горах. Вот мы включили камеру в тот момент, когда с дороги, с такого местного локального хайвея номер один, который идет вдоль Тихоокеанского побережья, вот мы свернули в сторону гор налево, и я включил камеру. Раньше не включал, потому что солнце так светило, что нам бы слепило как бы картинку, и мы бы не увидели ничего. А сейчас солнышко у нас так немножко сбоку, немножко сзади, и я могу вам показать красоту. Вот здесь справа такой заборчик, там написано Aptos High School. Aptos — это небольшой городок, такой хороший городок, не из дешевеньких, такой хорошенький, симпатичненький. Тут вот где-то High School. Я кроме забора ничего не вижу, где High School, не знаю. Но вот видите, даже остановка стоит, тут какие-то автобусы ходят, если вдруг кому нужно. Так, и мне показывает навигатор, что 4,5 мили до этого места. Свет, красиво? Ну, красиво, конечно, да. Красиво, да, да, хорошо. Тут даже люди живут, смотри, вроде это далеко от океана, а тут вот мусор стоит. Что стоит? Ну, они там в горах, наверное, спускают каким-то образом эти бачки. Мусорные бачки стоят. Да, живут люди, домики стоят вокруг. Это не так далеко от океана, ну и... Относительно, Свет, ну все относительно, да. Конечно, но не здесь, наверное, воды. Большие все-таки участки, так судя по тому, что мы не видим участок. Да. Тут у людей загончики для лошадей, даже вот, пожалуйста, слева. Да, тут какие, как фермы прям. Да, да, загончики. А вот они на лошадях тут, да, ездят. Да, да. Видимо, можно просто как сервис, ты можешь приехать и покататься на лошадке. Наверное, вот так. Это рядышком с Санта-Крус, но мы немножко в сторону отъехали. И то место, в которое мы сейчас приедем, а мы там отдельно сюжет снимем, это место, этот город называется Ватсонвилл. И Ватсонвилл довольно большой город, и это город, известный тем, что там очень много сельскохозяйственного производства и переработки. Клубники много там выращивают вокруг. Черешню, да, очень, очень много всего. Там преимущественно население испаноязычное. И там всякие ярмарки проводятся. Мы на самом деле там снимали, но просто я понимаю, что многие не видели этого сюжета, и не хочу там референсы, так сказать, к нему делать, так сказать. А вот помните, мы там с вами еще до революции там что-то такое делали вместе. Ну вот, вот так. Да, посмотрим. А вот этот сюжет, он просто... Ой. Ой, осторожно. Что-то там корзинка пластиковая, да, лежала. Вот вы видите вдоль дороги такие ящики стоят. Это просто, чтобы почтальону никуда там... Ой-ой-ой, далеко не ходить. Так, там на стекло какая-то дрянь, надо сейчас от машины. Вот. Почтовая карета, так сказать, проезжая мимо этого места, останавливается, забрасывает туда почту и движется дальше. А люди уже сами забирают, там, когда будут проезжать. Дорога в одну полосу, видите? Тут мало движения, никого нет. Слушай, мне вспомнила смешная история, когда мы жили в горах тоже. Погромче говорит, да. В Саратоге. А у нас был очень длинный драйвей, наверное, метров 60-80, да, наверное, да. Длинный. На холме. И он шел в гору. А мусор нужно было, соответственно, раз в неделю с этого холма спускать вниз. Да. А потом вечером забирать наверх. Ну и у нас в то время были корзины, в которых не было колес. Вот сейчас появились большие корзины, у которых колеса. Но колес, да, не было. И, в общем, так в руках не потащишь его с горы, а потом в горы. И мы приспособились. Ты знаешь что, такое ощущение, что я не туда поехал. Нам надо было влево забирать. Мы сейчас, Правильно? Нет. Ну не хорошо, стоит. Ты говори, я сейчас развернусь здесь. Да, ну вот, значит, а он говорит, что и так можно. Так можно. Ну, поехали так, да, ладно. Да.
Вот, и мы приспособились, твой Мерседес, тогда у тебя был Мерседес минивэн, возить этот мусор с холма, а потом вечером ты его на Мерседесе же завозил обратно на гору. Да. И в какой-то момент тебе нужно было поехать в Сан-Франциско. Да. Ты помнишь, да? Да, а я могу рассказать. Мне нужно было ехать в Сан-Франциско. А ты забыл выгрузить. Я не помню зачем. Но ты забыл выгрузить эту корзину. Да, я корзину с мусором поставил сзади в машину. И надо было спуститься с холма и там ее оставить. Но я забыл. И ехал в Сан-Франциско и приехал с мусором. А там соответствующий запах. И, ну нет, ну запах там никакого не было особо. Но самое главное, что ты поехал не просто так, а еще это был валет-паркинг, и там нужно было давать машину. Да, да, я дал машину кому-то, он ее парковал. Да, и он очень удивился, что это Мерседес. Думаю, да, чувак на Мерседесе, там бак, мусорный бак стоит. Это было очень смешно. Да, похожая история была у нас в Ванкувере. Мы приехали, и в приличной гостинице, в какой-то такой executive гостинице была, мы там сняли номер и пошли с друзьями, пошли на поле собирать ягоды. И нам дали такой эмалированный таз, немножко облупленный. Вывезенный из России. Вывезенный, да. Здесь нет таких эмалированных тазов. Нет, нет. Женщина в Евпатории когда-то жила, вот у нее из Евпатории был этот таз. И мы насобирали малины, клубники. Мы собирали, да? Там все такое, да. И вот, значит, заходим в гостиницу, и там так стоит строй такой, знаете, как с выносом день в ресторане, такой строй стоит. Что-то они кого-то ждали, я не знаю. Нас ждали. Нет, ну кого-то они там ждали, явно не нас. И мы заходим, и там все такие нарядные, а мы непонятно в чем, с таким тазиком. И мужик так понимающий посмотрел и говорит, имели фан. Я говорю, ну да. Да, бывает такое несоответствие. Так, ну мне пришлось камеру на самом деле повернуть, потому что солнце, вот мы, что-то мы в объезд, наверное, как-то поехали. Ну, слушай, бывает, бывает. На самом деле, мы там первый раз, друзья. Мы там никогда не были раньше, но наши друзья, вот, которые тут местность лучше знают, нам посоветовали. И мы подумали, поедем-ка мы туда, и там заодно и перекусим с утра. Мы еще не завтракали, между прочим. Мы не завтракали, и там перекусим. А с утра мы были на рынке. Мы обычно по субботам ходим на рынок. И с рынка прямо уже вот сюда. Слушай, это сады. Да. Сады, друзья. Next one. Apples for sale. Яблоки. Скоро закончится. Скоро уже закончатся яблоки. Хотела бы знать, какие. Что они тут машут-то чем-то, я не понял. Сапогами резиновыми. Так. Потому что были дожди. Резиновые сапоги. Donate today. Что-то они не понял, что они хотят. Мы сейчас проезжаем. Так. Вот сюда. Ой, мама. Качество дорожного полотна существенно меняется. Что они с сапогами сюда стоят? Я даже не знаю, Свет. У нас тут пару дней назад пожарники. Дожди шли. Ну и чего? Ну, может, они как-то рекламируют сапоги резиновые? Я не знаю. Мы, друзья, мы не успели вникнуть. Я за рулем и не успеваю. Да, а вот сады. Сады, справа теплицы, поля, теплицы, а слева сады. Да, вот это предлагают летом. Там есть черешня, то можно собирать. Можно черешню. Собирать, ходить, да. Вот мы, это виноград растет. Когда здесь были, да, это виноград слева. А справа а может, это тоже виноград, яблоки. Это может быть типа шелковица или бубы. Я не знаю, похож ягоды на виноград. Когда мы были на фармерс маркете Судоречка, там есть дяденька один, он все время яблоками торгует. У него там сортов 5-6. И он говорит, ну вот еще 2-3 недели, и в этом году сезон закончим. То есть, грубо говоря, сезон сбора урожая, он закончит где-нибудь сразу после Нового года. Но это не значит, что у нас прекратятся яблоки в магазине, потому что подвозят яблоки из Новой Зеландии, из Мексики, так что мы нет, без яблок. Нет, это не вопрос. Мы понятно, что мы не останемся без яблок. Ну, знаешь что, это не совсем понятно, потому что я помню, что когда мы жили в Москве, да, зайчик, то, например, зимой исчезал лук, например. Да? Солнышко, с тех пор прошло так много времени, что уже человечество научилось круглый год снабжать себя фруктами, ягодами, овощами. А вот интересно, если ягодами, в России перебои с какими-то овощами и фруктами зимой, такими-то, наверное, есть, я думаю. Почему? Почему есть перебои? Ну, если люди деньги платят, откуда перебои? Ну, не знаю.
знаю, это потому что где-то эмбарго, где-то что-то, где-то... Я не знаю, оно тебе не все равно. Вот. Это как бы мы далеко живем, мы не в курсе. Вот мы показываем, чего видим. А чего не видим, мы не показываем. Да, вот березовая роща. Да, вот говорят, по березам, говорит, не скучаете? Нет, нет, есть березы, можно прийти. Это, можно выпить, у обнять нас, березу. Как жену чужую целовал березку. Это да, у нас для, тоже... для этого березы у нас есть. Да, и да, на даче есть. Таких дома берез есть. У нас, друзья, сколько хочешь. Можно свою жену целовать, можно чужую, можно березу. Березу безопаснее, чем чужую жену. Правда? Ну, собственная жена будет меньше возражать, если ты чужую березу целуешь, чем чужую жену. Правильно я говорю? Ты заговорился. Ну, я просто фантазирую на тему. Красиво, правда? И дорога получше стала, то поначалу какая-то побитая была. А мы уже почти приехали, видишь, уже конец. Мы почти приехали, да. Надо сказать, что в Ватсонвилле есть несколько мексиканских мясных таких мест. Но вот это, оно все в звездах. Такое ощущение, что оно как раз впереди стоит. Оно все в звездочках, в рейтингах там замечательных и так далее. Сейчас мы туда приедем, надо понять, где запарковаться. Ой, чего? Мы справа сидели в хурме. Хурма это замечательно, где бы встать, вопрос. Давай, может быть, где-нибудь вот тут. Да, давай вот где-нибудь тут и встанем. Private property, говорит, no parking. А люди стоят. А слева можно встать вот здесь? Так можно, можно и тут. Да, сейчас мы направо. Ну подожди, но мы сейчас со всеми вместе вот тут встанем и все. О! Вот, и отправимся в мясное мексиканское место. Дегустирование. Да.